А украинские пожарные сегодня утром признались, что не могут совладать с огнем в окрестностях Чернобыльской АЭС. В зоне отчуждения полыхают 60 гектаров торфяника и лесов. Еще накануне чрезвычайное ведомство сообщало, что пожар локализован. Но, как оказалось, новость эта была преждевременной. Дым из-под Чернобыля добрался уже и до российских городов. Он накрыл сразу 4 районных центра в Брянской области.